Hi guys, welcome back to Junris Vlog again. So first video reaction, let's go to Russia, our favorite country, the best like video so far that we do some reaction. So the title of this video, as you can see on the thumbnails, of course, the foreigners comments about the Russian and the country itself, the Russia. So I hope you guys will be having fun and enjoy watching with this one. And credit to the owner also with the video, of course, tablet memory. I'll put in the description back below so that you can connect also with the best content creator. The way how he just made this compilation, it's so amazing. It's so funny and so hilarious also. I hope guys you enjoyed, because this is our part 5 of comments about the foreigners to Russians and Russia itself. So let's get to it guys. Enjoy watching with this one. And if you're new to my channel, just click on the subscribe button. Click the notification bell so that you'll be updated on our future uploads. And if you have some comments and suggestions related to Russian videos or any video that you can suggest, drop it in the comment section. I'd love to read and respond to you all and make your video request. And thank you so much to our Russian friends, supporters. Thank you and спасибо to our Russian friends also. Enjoy watching with this one. I really want to hear also with you at the end of this video at the comment section, what are your thoughts with regards to this crazy, incredible video. Let's get to it, guys. Wow. Здравствуйте, дорогие друзья, и это 39-я часть нашей любимой рубрики «Перевод комментариев иностранцев под видео о России». И эта часть посвящена реакции иностранцев на то, как мы и наш президент купаемся в проруби на Крещение. Переходим к комментариям. Первый комментарий. Великий лидер великой страны. Следующий комментарий. Храни Господь Владимира Путина и его невероятно храброе лидерство. Следующий комментарий. Вода, возможно, кажется вам холодной, но не волнуйтесь, хозяйство Путина ее согреет. Следующий комментарий. Путин король. Следующий. А теперь давайте посмотрим, как Дональд Трамп это сделает. Так, следующий. Путин лидер. Следующий. Путин лучший президент, христианские братья. Следующий от какой-то девушки. Боже мой, он выглядит как хорошо. Следующий комментарий. Really? Путин сделал бульк, но мой бульк больше. Дональд Трамп. Это, наверное, отсылка, у кого больше красная кнопочка. Следующий комментарий. Я американец, и вот этот парень вызывает мое уважение каждый раз. Следующий комментарий. Как настоящий босс Путин. Следующий комментарий. Русские очень сильные люди, раз они способны на такое. Так грустно, что мы здесь на Западе не можем выносить холод. Следующий комментарий. Русский просто сумасшедший. Следующий комментарий. Какая замечательная христианская традиция. Аминь. И следующий комментарий. Белая националистическая христианская Россия. Вот почему западные лидеры ненавидят Путина и Россию. Друзья, что вы об этом думаете, пишите в комментариях. А мы переходим к следующему видео. Православные сегодня отмечают крещенский сочельник. Это день, предваряющий один из 12 главных церковных праздников. И в начале полюс холода Аймекон. На термометре минус 55. Прорубь реки Индигирка замерзает мгновенно. Но такие экстремальные условия не пугают местных жителей. И даже дети, для которых отменили занятия в школах, участвуют в крещенских купаниях. Да, вот это батя воспитывает своего сына. Правда, в Америке у него, наверное, так бы не получилось. Переходим к комментариям. Первый комментарий. Благодарю Господа за то, что еще есть некоторые русские смелые ребята. Пропускаем русский комментарий. Следующий комментарий. Боже ты мой, я люблю Россию и русских людей. Вы определенно единственная надежда мира. Ничего себе. Следующий комментарий. А я вот помню вот этот отстойный вызов ведерка со льдом американцев. Ice Bucket Challenge. Следующий комментарий. Мой сердечный ритм нарушается, когда из душа внезапно начинает идти холодная вода. Да при минус 67 оно бы полностью остановилось. Следующий комментарий. Пальцы вверх за Россию. С Богом, друзья. Следующий комментарий от какого-то русского. Мы что, сумасшедшие, потому что мы любим холод? Следующий комментарий. Россия — это единственная надежда христианства и белых людей вообще. Продолжайте в том же духе, братья. Следующий комментарий. Короли на севере. Следующий комментарий. Наверное, мне бы это не понравилось, потому что я, скорее всего, бы обгадился и вырубился прямо в воде. И последний комментарий. Тем временем в Америке либеральные письки дискутируют на тему о том, как правильнее выбирать себе пол. Друзья, и мы подходим к концу. Ссылки на полное видео в описании к обзору. На этой неделе несколько человек поддержали канал. Друзья, я очень вам благодарен. Это действительно мотивирует меня делать новые видео для вас. Если вам понравился этот выпуск, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Дальше будет еще интереснее. С праздниками вас и всего вам доброго.
That was like really, really crazy funny. Those comments of the foreigners, like some of them, they're making some positive feedback about how they can see on the video, especially like Putin plunged into a very cold water. And imagine to this church that the priest putting into that one, -55 degrees Celsius. It's very, very cold. Oh my God. I really could not imagine how cold that is. Imagine also those people plunging with the coldest, the 55 degrees Celsius. And even the kid can handle with that one. Of course, being as a Russian, you really have this thickness of your skin, or you really have that, you used to it because the coldness of your weather, you just every day you are there. Of course, your body can handle the temperature no matter what it is, because you stay there, you live in there. Oh my God, it's like you breathe already with ice. The king of the north. That was really hilarious. It made me like make me joy and happy watching the comments about the foreigners to Russian. It's like they're making it in a positive but funny and humorous way also. Fantastic. Wow. Thank you so much, Tablet Memory, for making this such an amazing video. I enjoyed it so much. To our Russian friends, I really want to hear also with you. And thank you so much for supporting also with my channel. Спасибо to all of you guys. And if you enjoyed watching with this video, and if you really do, and if you really want to see the full video, it's on the description box below. And if you like this video, guys, same as I did, just give a massive thumbs up. Like and share and subscribe also with my channel. And this is Junris Blagadag React, saying stay humble, stay positive, guys. And if you have to connect my second channel, it's on the description box below. If you contact my social media account, it's in here, guys. Thank you so much and have a good day, everyone. God bless po. Mabuhay po tayong lahat. Спасибо to our Russian friends. Bye-bye, guys. See you in my next video reaction.